Ребята, привет! С вами рубрика «Разогрел и съел» в новом, в каком-то амплуа, можно сказать. Прежде чем мы начнем сегодня тестировать пюрешки, хотелось с вами немного пообщаться. Знаю, что вы не любите некоторые балабольства, но я считаю нужным это вам сказать. А некоторые обвиняли меня в том, что я выпрашиваю лайки. Ребят, ну, если вам жалко лайка, не надо просто его ставить, и все. Я это делаю не для каких-то рейтингов, не для того, чтобы, там, не знаю, потешить свое самолюбие, еще что-то. И это делается для того, чтобы я понимал, что вам интересно, что нет. Естественно, в приоритете у меня комментарии, я их постоянно читаю. И хотел сказать вам огромное-огромное спасибо. Это касается и рецептов, это касается и рубрики «Разогрел и съел». Наташка вам передает тоже спасибо и огромный привет, потому что очень много положительных слов в ее адрес идет. Вот такая вот история. Поэтому будем продолжать эту тематику. Рейтинг у нас будет раз в две недели. А, короче, неделя идет рейтинга, неделя обычного какого-то продукта с соусом. Итак, ну, хотя нет, две недели здесь сейчас рейтинг будет, потому что что-то захотелось побольше его поделать. Был один очень хороший совет. Хочу сегодня потестить и жду от вас отклик, понравится это или нет. Сегодня что мы сделаем? У нас сегодня в разогрев и съел 6 же, да? Нет. 6, да, 6 пюрешек быстро растворимых. Я подумал, что, наверное, было бы очень правильно пробовать их, не понимая, что это за продукт. То есть, соответственно, что мы сейчас сделаем? Мы все посмотрим комплектацию, что там находится. Разложим после этого я ухожу. Наташа заваривает их и раскладывает по тарелкам, каждому присваивая свой номер. Ну и в конце концов я буду все пробовать и потом узнаю, что есть, что у нас на первом месте. Это будет немного непредвзято, потому что, например, мне доширак очень нравится. Ну, именно от них лапша, и, может быть, у меня какое-то предвзятое отношение. Поэтому лучше я все в закрытую потестю, все вам скажу, а потом уже будем делать выводы. Кстати говоря, вот такие вот пюрешки я еще ни разу не пробовал. Я не знаю, что меня сегодня ждет. Я надеюсь, что это будет вкусно. Хотя бы просто вкусно. Состав мы не будем смотреть. Давайте по денежке пройдемся. Биг Бон. 39 рублей. А следующее это Александра и Софья. Вы рекомендовали в комментариях, где мы заваривали лапшу, попробовать. Так что она стоит у нас 30 рублей. Картошечка 41 рубль. Ролтон, бульон объедения, 16 рублей. Доширак 19. Я был крайне удивлен, когда увидел в магазине, что еще они делают что-то кроме лапши. Надеюсь, это будет что-то очень тоже эпичное и вкусное. Кухня без границ. 24 рубля. Вы тоже в комментариях просили его потестировать. Спасибо огромное. Давайте вскроем упаковку, посмотрим, что есть. Потом я уйду, и Наташка уже сама тут будет химичить, все растворять, и будем пробовать. Первый Биг Бон. Давайте посмотрим, что у нас с комплектацией там. Выглядит это все вот так вот. Картошечка, видимо. Ой, слушай, здесь ложечка, кстати говоря. Это очень удобно. Это, видимо, соус. Написано Cool Sauce. Отлично. Так, это я убираю. Комплектация, ну, наверное, нормальная для пюрехи. Отставляем в сторону и занимаемся следующим. Это Александра и Софья. Давайте смотреть. Так, здесь уже все так, это как фольга здесь. А здесь вот так, ребята, все. Здесь просто порошочек. Ну, видимо, этот, подождите. Нет, ни вилки, ничего нету. Картошечка. Здесь как-то все интереснее в плане упаковки. То есть, крышечка есть одноразовая. Не знаю, необходимость ли в ней есть, конечно, или нет. Но все же приятно, приятно, когда такие плюхи вешают. Да, здесь, смотрите, ребят, такая же история. То есть, здесь, по ходу дела, уже и специи все, и пюрешка все в одном. Вы знаете, мне, честно говоря, пока больше всего нравится Биг Бон, как он выглядит. Ролтон. Что-то у меня есть подозрение, что тут нас ждет что-то похожее. Что сюда вряд ли могли поместить ложку или вилку. Ну да. Слушайте, они на вид все абсолютно одинаковые. Вот просто абсолютно одинаковые. Доширак! Что-то меня сегодня, ребята, прет и плющит. Итак. О, да, слушайте, здесь какие-то лучок, кстати говоря, видно, что там вроде как есть. Но, опять же, никакой индивидуальной упаковки для этого нету, вилки, ложки нету. Кухня без границ. Какое замечательное название. Наверное, нас ждет что-то там просто великолепное. Да, конечно, все нас ждет то же самое, короче. Чтобы вы понимали, опять же, все уже замешано в одном пакетике.
Никакой ложки, вилки, ничего здесь нет. Пришло время мне удалиться. Как вы видите, у каждой тарелки есть своя цифра. То есть Наташа сейчас, ну, я сейчас уйду, разумеется, чтобы не видеть, в какой будет что находиться. Наташа сейчас все замутит, я приду и будем пробовать. Все готово. Ребята, вы не представляете, в каком я предвкушении. Мне кажется, что вот эта рубрика должна получить какой-то интерес. Мне вот это реально интересно тестить, что меня ждет. Прежде чем попробовать, давайте детально посмотрим, что у нас с пирожками. Они выглядят, они в принципе почти все одинаково. Итак, экземпляр номер один. Сказать, что это похоже на пюреху. Конечно, она не тянется как надо, даже немного прилипает. В целом, вроде как даже и ничего. Второй экземпляр. Такой же, вы знаете, вкрапление зелени есть и в том, какие-то коричневые кусочки непонятные, ну, наверное, куски мяса, курицы, я не знаю, что там может быть. Экземпляр номер три, он немного побелее, чем все остальные, может быть, сливки добавили, хотя кого я смешу. Выглядит-то неплохо, здесь морковочка есть, лук, какие-то белые какишки непонятные, если... Шкварики? Наташка. Сухарики. Ну да ладно. Номер 4. Номер 4. Здесь есть морковка. Пюреха такого цвета, в каком-то смысле, более натурального. Номер 5. Номер 5. А вот номер 5, вы знаете, она такая пожиже. Кстати говоря, все экземпляры... Наташа следила, наливались по линию, каждая сидела, вот как вот в описании было написано, так все и делал, можете мне поверить. Я, конечно, не контролировал, но я знаю, что она не накосячит. Пятый экземпляр такой, неплохой. Ну и шестой, что у нас здесь? Какой-то он такой, вы знаете, не, вот тоже пюрешистый. Пюрешистый, господи, господи. Можно приступить к пробованию всего этого дела. Ну, я уже говорил, это будет на убыстренные съемки, чтобы не тратить зря время. Номер один и поехали. Тарелочки я расставил. Вы знаете, на мое удивление, они все оказались разные. То есть какая-то больше, какая-то меньше. Кстати, многие рекомендовали, типа, Леха, ты перед тем, как пробуешь, вот это вот там кофейные зерна закусывай, еще что-то. У меня рецепторы нормально работают, я все сделал как надо. Что мы сейчас делаем? Я ухожу из кадра, Наташа расставляет напротив каждой баночки, и будем смотреть этот рейтинг, потому что он начинается отсюда. То есть 3, 5, 2, 1, 6, 4. 4 не понравился, но сейчас все расскажу по факту. Ну что, вот такой вот получился тест-обзор. Прежде чем я буду говорить свое мнение, я не ожидал. Биг Бон, столько надежд было на тебя. Как оказалось, все сложилось таким образом. Мне кажется, что это именно честный обзор, потому что это не предвзято все. Давайте немножко расскажу. Первое место – это картошечка. Что мне понравилось? Очень натуральный вкус. Если бы, ну, я могу ошибаться, но если мне вот, например, в какой-нибудь столовке бы вот такое вот дали, может быть, сливок немножко намешали, я бы подумал, что это настоящее. Чувствуются куски мяса, я уж не знаю натуральность этого мяса, но чувствуется пюре с чем-то. И это вкусно. Единственное, что, чего мне здесь не хватило, это зелени. Но на втором месте как раз «Кухня без границ». Здесь с этим все в порядке. Пюрешистость неплохая. Я вообще не ожидал, что это будет выглядеть вот так вот. Я думал, что это, знаешь, это все пюрешки. Думаю, ну что-то какая-нибудь такая сухая смесь получается, и все. Нет, выглядит вполне неплохо, и это съедобно. Уж не знаю, насколько это полезно. Напишите в комментариях, может, вы шарите. Второе заслуженное место – «Кухня без границ». Гигантское спасибо, что порекомендовали Александра и Софья. Очень-очень неплохая пюрешка. Что мне понравилось? Это в каком-то смысле тоже натуральный вкус. Зелени много. Вот здесь присутствуют даже сухарики. Очень интересно. На мой взгляд, имеет место быть. Редко можно такое скушать точно. Доширак. Не ожидал я от тебя такого. Вот не ожидал. Я думал, ты будешь стоять вот здесь сейчас. Блин, я уже, короче, с пюрехами разговариваю. Совсем сбрендил, скажут Грильков. Неплохо, но вот как-то так, честно, ребята. Натуральность сильно не чувствуется. Есть тоже, по-моему, сухарики. Вот мясо вот это, которое там присутствует. Знаете, как добавляют в дошики такие вот штучки круглые, типа мяса. Вот здесь что-то из серии того. Какушки, по-моему, их называли в детстве в моем. Не знаю, короче, как это называется. Ну, в общем, напишите в комментариях, как у вас это называется, такие кругленькие.
Предпоследнее место Роллтон. Тут просто без комментариев я не удивлен. Вообще далеко от пюрехи. Она, получается, все наливалось по линию. Ребят, честно, Наташа за всем следила. Сухая очень. Опять же, вот все по линии наливалось, но она сухая. Здесь тоже есть зелень, какие-то сухарики, но не то. Хотя здесь даже было с мясным вкусом и с сухарями. Привкус нехороший, да. Мне тоже не очень понравилось. Ну и Биг Бон машет все ручки. Биг Бон. Ну вот честно, по комплектации это вот то, что должно в каждом быть. Вот пример хороший для всех. Стоимость, причем я не понимаю, вот это дороже, чем Биг Бон, но здесь тоже нету ложки. Это гигантский минус, если покупаете. Ребят, ну вы как-то тоже замутите, чтобы ложечка. Ну что, кусок пластмассы, закажите вы с Алиэкспресс там, или я не знаю. Ну у вас это проблем не будет. Людям приятно будет, что... И вот пюреха, когда она в пакетике, это гораздо лучше, на мой взгляд. Ну не знаю, как-то... Может, я брезгаю, конечно, в каком-то смысле. Биг Бон, что не понравилось? Вот явно, на мой взгляд, какая-то кислинка есть. Может быть, это из-за соуса. Соус, кстати, добавляли в последнюю очередь, все как написано здесь. Не мое, честно. Может быть, наверное, может быть, не их день сегодня, но мне не понравилось. Тоже присутствуют сухарики, какие-то овощи, ну что-то не то. И натуральность пюрехи под большим-большим вопросом. Вот такой вот получился рейтинг. Как всегда, пишите в комментарии ваше мнение по поводу именно вот такого вот обзора, вслепую в каком-то смысле. Мне очень интересно, как всегда, знать ваше мнение. Ставьте там пальцы вверх, если понравилась рубрика. В общем, будем продолжать и прокачивать. Мне самому интересно. То есть самое главное нам найти вот этот контакт с вами, что вам интересно, мне интересно, и будем готовить дальше. Ну а с вами был, как всегда, Алексей Греляков. Подписываемся на наш канал на YouTube, подписываемся на лайв-канал. Ссылочка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч. Пока. Но вот такое часто есть не надо. Лучше пюрешка. Недавно был рецепт с сыром. О, нет, несравнимо. С настоящей пюрехой несравнимо. Но неплохо. С макарошками, нет, с пюрешкой. Пока, ребят.